Сегодня у нас вечер 20 сентября 2020 года. Вот здесь вот Ольга у нас, Матина, в гостях, которая находится, и ей помогает матушка Людмила, отца Якима, жена. Вон они. Это нам улик подарили с Серебрихи, с села. Вот, там где-то это, в капюшоне она. Тихо, все. Посмотри. А в какой ты марке? В этой, в этом или? Вот там. Но она не в капюшоне, нет. Все, я сбросил. За этим было. Ну. Вот такая. Надо как-то... Ну, да, тоже сетку одевать надо. Да, они сейчас накаленные, видишь. Угу. Вот он, засек, я вижу. Защита пошла. Вот, внизу, вот здесь вот, смотри. Что у нас? Опять началось. Она не отстанет от тебя. Вредная. Пчела напала. Побежал я от нее. Еле спасся. Да, без маски делать нечего. Решил просто капюшоном закрыться. Не получилось. Да, у меня сетка где-то была. Только вопрос, где. Вот она есть, но она тут такая не очень. Толку-то от нее будет. Ну ладно. Попытался там заснять, а как давай меня обувать. Да где взял? Я только сейчас за ней прибежал. Я думал, так. Я же тебе сказал, перед выходом. Я думал, меня не тронут. Чего ради-то? Типа, сами на 13 лет уже здесь, видать. 12. Yes. И что, тронули? Ну, конечно, сперва одна напала, потом вторая налетела. Они, наверное, тебе помнят, как ты на велосипеде текал отсюда. А? Припоминают, как ты текал на велосипеде. Че, Виталий? Ничего. Напали на тебя, нет? Нет. Нет? Сделай мне эту защиту. Защиту сделай там. Капюшон сколько одень. И вот эту затяни вот эту веревочку еще.
Что, какую веревочку? Ну вот веревочка тут, внизу. Зачем тебе? Вот так просто закрой. И все. Ну что, если что, Виталий тебе откачает потом. Да это полезно от укола. Ты уже, видишь, она, он уже начинает это, подпорки наставлять. Все. Если даже и полезно, оно неприятно. Ну да, да. Так, а перчатки-то у меня с собой есть, нет? Сейчас я перчатки возьму. А это, Вова, а яйца, я вот помню про яйца, ты куда-то их дел? Они там, в этом. Там в это, в дверке эти задвижки такие белые есть, вот за ними. Так, что-то я заблудился тут, где-то у меня тут пакет был. Перчатками. Вот. Шапочки возьму. Угу. Вот. Перчатки. Пойду дальше. Пробовать заснять. Может получится. С Божьей помощью. Я вот врачу, все равно не обращаюсь. Что это такое? Кто это? Пошел пчеловодов снимать, а пошел без этого, напали на меня пчелу, побежал. А где? Покусали? Вот там они. А там кто? Ну, матушка с Ольгой. Ну, иди. Покусали? Брат, одень мне перчатки, пожалуйста, на одну руку. Что ты придал, вот это. Покусали, нет тебе? Ну да, там две штуки. А куда кусили? Да в шею в основном. А? Больно было? Ну, немножко. Куда они на зиму-то денут? Не знаю. Ну, заходим сюда, мы пойдем, да гулять пойдем. Давай. Давайте. Все, ага. Вот здесь шуба. Я в замедленном цвете живу. Угу, спасибо. Вот здесь тоже еще подпрось. Все, спасибо, Христос. Все, сейчас покажу, как я выгляжу тут. В этой своей защите. Вот такой вот. Перчатки одел. На всякий случай. Хоть и полезно, а самое неприятно. Да тем более пчелка сама погибает, как говорят, свою жалко оставляет и погибает. Она еще нужна, как работяга. Дорожили их там. Одна уже мне тут попытку сделала залезть. Не знаю. Оля, а что ты капаешь? Это лаванда. Это что? Я же не могла подумать. А для чего она? Ну, чтобы запах. Тут две семьи в одном улье будет, чтобы они не передрались.
Они могут убить друг друга. А запах будет у них один, потому что эфирные масла перебьют их собственный запах. Ой, ну ты ж меня-то не фотографируй. Да вас не видно, не беспокойтесь. Вы замаскировались. Так вот, здесь у нас морковка растет. На том участке картошка росла, убрали уже ее. Вот. Сейчас пока еще рано, она еще у нас не до конца выросла. Ну все, вот так вот, с Божьей помощью и трудимся. За все, слава Богу, аллилуйя.